Впереди выходные, свой уикенд можно провести по-спортивному или творчески. Расскажем, что планируется в Бендерах. По субботам маленьких художников приглашают на занятия в Приднестровский государственный художественный музей. Новые открытия и творческие шедевры – все это в рамках музейных проектов «Волшебная мастерская» и «Творческий калейдоскоп». Начало в 10 и 12 часов. Любителей зрелищного спорта в этот день ждут в школе борьбы имени Геннадия Баданова. Там состоится республиканский турнир по греко-римской борьбе. Его посвятят памяти заслуженных тренеров, ветеранов советского спорта Ильи Иванова и Сергея Ведерника. Начнутся соревнования с 10 утра. Торжественное открытие намечено на 12. Субботним вечером в камерном зале ДК Ткаченко состоится премьера остросюжетной молодежной драмы «Домой» от артистов ЭТО. Это трогательная история о взрослых трудностях и детских мечтах. Начнется представление в 18:00. Вечер пластических спектаклей. Воскресенье. Большой зал Дворца культуры имени Павла Ткаченко. Начало в 18 часов.